В Муравленко провели очередной рейд по соблюдению масочного режима. В этот раз особое внимание специалисты комиссии по делам несовершеннолетних уделили подросткам. Покупателям, в особенности которые заходят в магазин с несовершеннолетними детьми, о необходимости соблюдения масочного режима, режима социального дистанцирования, утвержденное постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта. Соблюдать необходимые правила поведения в период режима повышенной готовности. Представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав посетили несколько торговых предприятий. Как выяснилось, большинство детей знают и соблюдают правила безопасности. Тем не менее, специалисты еще раз напомнили несовершеннолетним и их родителям о необходимости соблюдать масочный режим и санкциях, которые предусмотрены за его нарушение. В ходе рейда нарушений выявлено не было. Мелкие замечания были, беседу проводили с родителями несовершеннолетних. Маски дети носят, защитные средства при несовершеннолетних имеются. Только бывает не совсем правильное ношение масок. В целом можно сказать, что не заметили мы таких детей, которые ходят без маски. В принципе, все соблюдается. В основном дети информированы о том, что масочный режим необходимо соблюдать. А также и родители с ними работают дома, проводят беседы и объясняют своим детям, почему нужно носить маски.